Добрый день, Наталья. Так, да, слышу вас. Отлично, рад вас видеть. Я вас тоже. Красивая елка, с наступающим. Спасибо, вас также. Так, я первое, что хочу, это поздравить вас с тем, что вы успешно прошли программу Numerus Pro. И хотел бы узнать немножко о вас. Расскажите про себя, чем занимаетесь. Угу. Я преподаватель английского, немецкого. Вот. Но почему-то в 46 лет меня перемкнуло и меня потянуло на психологию. Вот. Я поступила на психолога, сейчас обучаюсь. И вот саму психологию я ее восприняла как базу для чего-то. И уже более глубоко мне почему-то в голову пришла именно нумерология. Я вообще как бы увлекалась астрологией раньше, но почему-то вот нумерология мне показалась более углубленной и более индивидуальной. Вот именно как для, как, если трактовать человека, то вот нумерология, она трактует его более с глубокой и более с индивидуальной точки зрения. Угу. А с какой ситуацией вы пришли на курс, то есть с какой задачей? Задача такая, когда к психологу обращаются люди, можно человеку помочь ситуативно. Но если же у человека проблема повторяется, он все равно действует по шаблону. И вот мне стало интересно, почему, что это, ну, что именно обуславливает вот это поведение. И вот, ну, тоже люди есть, да, люди вообще по-разному воспринимают проблемы. Одни относятся с такой позиции, другие более эмоционально, третьим вообще все равно. И вот тоже мне стало интересно, почему так. И вот нумерология действительно отвечает на этот вопрос очень хорошо. Угу. Это интересно. А, Наталья, а скажите, были какие-то сомнения, возражения идти к Светлане на обучение? То есть как попали к нам? У меня вообще такая ситуация получилась. Я в 11 часов утра, вот мне пришла мысль в голову, что мне нужна нумерология. Угу. И я в 6 часов вечера захожу в Facebook, и у меня перед глазами вот этот курс Светланы. Хотя раньше, когда я заходила в Facebook, я ни разу его не видела. А тут это просто был, знаете, как вот это запрос во Вселенную. Да, да. Ну, нас, видимо, Facebook уже не только слушает нас, потому что это уже вы не первые. Говорите, что только по телефону проговорили. Вот, даже уже известные люди выставляют. Я видел, что только по телефону, говорит, проговорил отель, куда буду ехать. И, говорит, сразу реклама этого отеля уже начала показываться. Ну, это такое небольшое отступление. Да. Но поэтому даже то, что мы думаем, действительно так оно и работает. Да. Интересно. Так вы сразу пошли на курс? Или, ну... Да, да, сразу пошла. А, нет, я пошла сразу на вебинар. Да. Который был перед курсом. На вебинаре, честно скажу, мне не понравилась подача Светланы, потому что она говорила очень медленно. А я наоборот, я такая, ну, энергичная, мне надо быстро. И я даже вышла с вебинара и решила, я думаю, я посмотрю его в записи. И я потом просмотрела его на убыстренной скорости. И, ну, мне очень понравилось, конечно, мне понравился именно вот научный подход Светланы, то есть что это не там как бабка-гадалка какая-то, а именно вот научный подход, и что она собрала все знания по нумерологии в систему. То есть все настолько хорошо выстроено, настолько все четко, ясно, и мне именно понравилась именно вот эта система и научный подход. И я, естественно, сразу... решила, что пойду на курс. Угу. В процессе... И даже потом, да, в процессе, потом уже тоже, я постоянно смотрела все уроки, все на убыстренном, на убыстренной, ну, да, скорости. Да. Но потом, когда я первый тест сдавала 13 раз, я поняла, почему она так медленно все говорит. Потому что на онлайн-семинарах, ну, онлайн-встречах, которые идут вопрос-ответ, она там разговаривает нормально, с нормальной скоростью. А вот именно на вебинарах, когда она объясняет все на уроках, вот там все очень медленно. И это действительно плюс.
То есть, который сразу не очевиден. Да, который сразу не очевиден. Ну, хорошая... Слушай, она так медленно все говорит. Да, хорошая новость, это то, что, наверное, тест вы, если 13 раз давали, и раз вы здесь, значит, вы его все-таки разобрались с ним. Конечно, просто действительно потом настолько глубоко уже вникла в это все, и думаю, ну действительно так и надо, потому что если глубоко не вникаешь, ты, естественно, делаешь ошибки. Поэтому нужно медленно, все размеренно во всем разбираться. Так, это хорошо. То есть я понял, что в процессе обучения были разные эмоции. От меня это достало, да, я наконец-то это поняла, да? Не, ну, что достало, нет, ну, потому что я сама по себе знаю, что я такая, что я могу, допустим, первый раз я могу быстро-быстро все просмотреть, но потом мне надо уже более углубленно все четко сесть, все разобраться во всем. Ну, это особенность каждого человека. Ну, докопаться до истины, да? Да, и хорошо, что есть все в записи, то есть можно смотреть в любое время, хоть по 100 раз, ну, это плюс, конечно, и во всем можно разобраться. Это хорошо. На сейчас, вот, спустя 3 месяца, есть, или вы быстрее закончили, я просто не смотрел по срокам? Как раз вы... четко в срок. Четко, и несмотря на это, 13 раз давали один тест. Да. На сейчас есть какие-то значимые результаты, вот даже касательно того запроса, с которым вы пришли, то есть что психология там не дает решений, вот, которые бы вы бы хотели, чтобы ваши клиенты получали? Угу, да. Какие для себя значимые Теперь, результаты? Да, для меня были вообще инсайт за инсайтом. То есть очень четко прослеживаются действительно реакции людей, характеры людей, почему человек так реагирует, почему одни воспринимают ситуацию одним способом, другие другим способом, что это обуславливает, потому что настолько глубоко разбирается и подсознательная энергия, и уровень разума, и как человек действует, как он мыслит, и действительно уже на практике, на других людях действительно это четко прослеживается. То есть это правда на 100%. Угу. Это интересно. Если взять, вот как это повлияло на эти 3 месяца, как-то повлияли на вашу жизнь? Если повлияли, то как? Потому что, ну, то есть вы изучали психологию, теперь пришли в нумерологию, и что здесь? Угу. Вот, какие изменения? Я еще изучаю психологию, мне еще полгода учиться. Ну, вообще, конечно, я еще поняла из себя более глубоко, потому что я как бы заинтересовалась темой предназначения. И действительно, вот почему меня потянуло на психологию, то есть я сначала поступила на психологию, а потом уже на нумерологию. И вот с помощью нумерологии я действительно увидела свою склонность к психологии, что действительно я пошла интуитивно, вот на интуитивном уровне уже я пошла туда, в ту сферу, куда меня тянуло. И действительно мои цифры, моей нумерологической карты действительно это все обуславливают. То есть, ну, для меня были инсайт за инсайтом. То есть сложился пазл, почему вы так поступили, почему вы так, вот даже в прошлом становится понятно, почему приняли такое решение. Да, и еще интересно, что вот, допустим, если есть какие-то нюансы, с которыми человек не согласен, что говорит, что я не такой, я не так действую, то действительно просто человек на это не обращает внимания. И у меня тоже в карте были такие моменты, что я над этим никогда не задумывалась. А когда уже я узнала, что там, допустим, определенная цифра там означает то-то и то-то для меня, я начала просто за собой наблюдать, как я реагирую, как что. И действительно оно так и есть. Ну, отрабатывала на бессознательном просто, да, получается? Да, да. Не обращали внимания. Шаблон. Если есть шаблон, человек на него никогда не обратит внимания, потому что он действует именно так, по шаблону. А это видно только со стороны или когда есть уже осознанность. Когда тебе на это указали, тогда ты уже действительно анализируешь и думаешь, что да, это так. Угу. Это интересно. Это интересно. А, Наталья, скажите, что для вас самого ценного было вот, на этом курсе? Самого, если взять самое ценное.
все, наверное, все. Ну, как мне кажется, тут вот системы, как бы именно самое ценное, как раз именно для система. Вас. Да, как раз именно система, потому что знания по нумерологии, в принципе, можно открыть интернет и посмотреть, да, существует очень много различных подходов, различных, там, ну, в общем, различных анализов этих цифр, карт, а тут именно все собрано в одну систему. То есть, как бы, одна карта накладывается на вторую карту, и потом накладывается третья, и плюс еще карта имени. То есть, ну, абсолютно вот эта системность мне очень понравилась. То есть, что в одном обучении собрано очень-очень много знаний. Действительно, очень много информации, которую не надо искать разрозненно. Она в четкой системе, и каждая... как бы каждая карта подкреплена другой картой. Ну, то есть именно вот эта систематичность для меня была самая важная. Угу. А что бы вы назвали, если в целом возьмем... ну, я правильно понимаю, вы, вот как и большинство людей, которые у нас сертифицируются, даете отзывы с улыбкой на лице, получаете результаты для себя, вот, и еще можете помогать другим людям. Нам важно понимать, в чем наши сильные стороны, в чем изюм. Вот если взять изюминка программы, то она в чем для вас, конкретно для вас? Ну, для меня была изюминка проверка домашних заданий, наверное. Потому что даже изучив, да, всю информацию глубоко, все равно ты, ну, не видишь каких-то маленьких нюансиков. Хотя вот что там, казалось бы, что там цифра, она имеет определенное значение, там, а все равно вот есть нюансы, на которые Светлана и Яна обращают внимание, и это действительно очень полезно. Поэтому проверка домашних заданий – это очень хорошо. Угу. То есть там какие-то докручиваются моменты? Да, ну, да. Подсвечиваются, да. Не знаю, больше, слепые, да, зоны? Да. Потому что есть такие нюансы, до которых ты сам дойти не можешь. Это только человек с большой практикой может их знать. Поэтому то, что у Светланы очень большая практика, это и много информации, это очень плюс, конечно. Хочется перенимать опыт, знания. Угу. Это интересно. А как вы считаете, вот то, что вы сейчас получили, как вы его планируете в жизни вообще применять? Ну, вот. Да, конечно. Помогать людям. Мне интересно, как вы планируете это применять, где это планируете применять? В консультациях, возможно, и как психолог, плюс помощь нумерологии, и, возможно, отдельно. Это, ну, как каждый человек пожелает. Просто могу, ну, вообще буду консультировать, конечно, и как нумеролог, и плюс использовать нумерологию в консультациях по психологии. Угу, то есть не будете оставлять на полке эти знания лежать? Нет, конечно. Так, понял. И Наталья, у нас часто очень, ну, как и вы, приходили с рекламы. Вот вы пришли к нам с рекламы, допустим, на вебинар, и многие люди тоже приходят и говорят, да что там, вот вы уже тоже упоминали, в интернете очень много информации, вы дайте нам это вот, бесплатно, а мы там подумаем, учиться у вас или нет. И, соответственно, у меня к вам такой вопрос, почему это не может быть бесплатно? Вот то, что вы получили сейчас. Ну, потому что информации, во-первых, очень много. Три месяца постоянной работы. Это очень много информации надо изучить. Хотя там, конечно, еще много систем у Светланы. Я как бы планирую и дальше продолжать, еще глубже, еще другие системы брать. Вот. Это, во-первых, что информации очень много. Во-вторых, вот эта систематичность, организованность. В-третьих, проверка домашних заданий. В-четвертых, практический опыт Светланы. В-пятых, в общем, можно перечислять сколько угодно. Мне еще понравились онлайн-встречи со Светланой, где можно задать вопросы, разобрать любую ситуацию любого человека. То есть, ну, помощь идет в любое время. В принципе, даже можно обращаться и в чат. Да, кстати, и чат создан, и плюс еще вспомогательный чат, где можно практику проходить. Ну, то есть плюсов очень много.
Поэтому, ну, как бы бесплатно, бесплатно сыр мышеловки. Да, у меня тогда к вам еще такой вопрос. Мне интересно, потому что вы говорили, вот это все есть в интернете. Вот как вы считаете, если бы вы это все сами собирали, то сколько бы вам понадобилось времени, чтобы это изучить и получить такой навык, как у вас есть сейчас на выходе? Ну, я думаю, лет 20. То есть на ближнем горизонте это освоить сразу самостоятельно? Конечно, нереально. Потому что, да, можно собрать информации много, но при этом нужен же еще и опыт. Нужна практика. А чтобы получить опыт, мне кажется, надо не меньше, чем 10 лет практики. Чтобы собрать, как бы подкрепить вот эту всю информацию собранную, чтобы подкрепить практикой и действительно увидеть, что это правда, что оно так работает. Угу. У меня еще интересно, с вами завязался разговор, хочется немножко порассуждать, потому что есть у меня у самого даже такая штука, что, ну, это мне кажется или мне не кажется, что люди идут в нумерологию, вот вы на себя, может, примерьте, только в том случае, когда они уже все перепробовали, и это не работает, и они думают, надо попробовать, вот как вы считаете, это так и есть? Ну, то есть, что вы пошли, когда уже поняли, здесь не отрабатывает как надо, здесь вот тоже что-то не так, надо попробовать вот это. Ну, нет, не знаю. Я больше, конечно... Но почему все-таки вы побороли вот этот скептицизм перед нумерологией, эзотерикой? У меня не было скептицизма. А, у вас не было его? То есть, да у меня... Хотя, честно говоря, знаете, у меня все-таки раньше, ну, вот в молодости, допустим, да, лет там 20-30, да, я совершенно не верила в эзотерику, для меня это было очень далеко и смешно. Но сейчас как-то для меня это настолько очевидно, что я, как бы, у меня даже не стоит вопрос, верю, не верю, это просто очевидные вещи, которые работают. Ага, вот так. Так, я понял ваше мнение, спасибо. От себя, если что-то хотите, еще можно добавить, потому что я вам благодарен за ответы. Понял, что происходило с вами на курсе, какая трансформация у вас с вами случилась. Вот. И если есть что добавить от себя, еще добавляйте. Ну, я бы просто пожелала, конечно, людям, которые сомневаются, которые думают, идти или не идти, конечно же, идти. Потому что действительно информация очень полезная, очень нужная и применимая и для заработка, и для себя. Поэтому идите, обучайтесь, не задумываясь. Спасибо вам, Наталья. Желаю вам всего самого наилучшего. Вам хорошего дня. Да, спасибо большое. Я надеюсь, мы не прощаемся. Я еще буду брать курсы обучающие. Будем спасибо. Очень рады видеть вас. До свидания. До свидания.